Слава Богу! Слава Богу! Потом уже мы узнали, потому что соседи, двое напились они, тот снял ковер и добавил, что это топор взял, наверное, нужно было. Того оставил пьяного в доме, а сам с этим ковром пошел. И Бог нас сохранил, дал нам возможность, что значит быть исполненным Духа Святым. Никакого страха не было, никакого. Как не устрашали, как не пугали, как только Дух Святой коснулся, наполнил все, страх уходил. А ведь мы идем в тяжелом состоянии, очень тяжелом. Вам тяжелее будет, чем нам было. Мы шли, из трудно вырастали, такого, знаете, после войны, разруха, недостатки, голод был, одеться нечего было, и еще просто очень арестовывали, вот, сажали в тюрьмы, не давали учиться. А вы учитесь, слава Богу, вы имеете хорошие профессии, вы способны, Бог так благословил вас. Это оттуда, от дедушек, от бабушек, которые пострадали. А Бог сегодня вам такой дал благодать Божию. Благодать и мир да умножится. Сопровождает благодать, это благое деяние Божие, сопровождается миром. И вот этот мир дан такой. Дан мир. И вот в таком благополучии, и представьте себе, все отнять, и лишиться без ничего. Как вы думаете, легко будет? Трудно будет. Поэтому Бог послал иного духа утешителя, чтобы утешать. В это время молитесь духом. Я всех призываю. Духом пламенейте, Господу служите. В усердии не ослабевайте. Не ленитесь. Служите Богу. Вот и сегодня вы очень хорошо сделали. И думаете, что небо радуется, что вы побыли в служении, приехали, еще посетили. Кого вы посетили? Христос скажет, посетили больного, да? Или скажет, что меня посетили? Как вы думаете? Меня посетили. Меня посетили. Ну все, то я одного могу говорить. Простите. Тяжко, это тоже корыстно. Какие номер?